Всем привет, друзья! Good evening, everybody! С вами Нина Инекс. Nina is with you. Ребята, мы едем на вулкан. We are driving to the volcano. Сегодня 1 октября. Today is 1st of October. Пятница. Великолепная погода. Wonderful weather. Friday. Если вам видно сзади меня, одна из стоянок, люди есть на вулкане. Behind my back you can see one of the parking lots for the volcano. Сегодня за рулем у нас Роман. Roman is driving the car. Я немножко отдыхаю. I'm taking a break. И что хочу сказать, очень за ним соскучилась. I have been missing the volcano very much. Он, конечно, затих и молчит. Of course, it keeps silent, no eruption. И мнения многих людей разделяются. And people think differently. Но я все же уверена, что он заработает. But I'm sure it will erupt. А почему у меня такое мнение? Why do you think? Why I think so? Потому что Рейкьявик и всю округу трясет. Because we have many earthquakes. Мы сейчас живем в Рейкьявике. Now we live in Reykjavik. И почти каждый день есть землетрясение по несколько And раз. Every day we have earthquakes. Ну, вулкан есть вулкан, ребят. Volcano is volcano. Я его очень люблю, искренне. I really love it. Таких эмоций я не испытывала давно и никак. I haven't had such emotions Поэтому for a long time. Я с большим удовольствием всегда еду. That's why I always like coming here. Мы сейчас же, конечно, посмотрим, что он там наизвергал. Of course, we will go and see what Может быть, какие-нибудь драгоценные металлы. Maybe some precious stones. Ребят, подъезжаем ночко. We are coming to the parking lot. Обратите внимание, сколько людей. See how many people are here. Машины приезжают и уезжают. Cars are coming and going. Даже затихший вулкан хотят увидеть. They want to see even dormant volcano. Ну, по сравнению с Канарскими островами. Of course, comparing to Canary Islands. Наш вулкан туристический. We have a touristic volcano. Он спокойный, красивый. It's peaceful, beautiful. Его можно посмотреть, понаблюдать. You can go and observe it. А на Канарах там извергается, трещит, взрывается. But in Canary Islands it's dangerous, it's explosions. Затапливает жилые дома. Destroying living houses. И вы знаете, на Канарских островах вулкан за 9 дней дошел до океана. And you know that it reached the ocean in 9 days. А у нас все стоим и стоим на месте. But here it's always at the same place. Потихонечку, потихонечку он наполняет долины. Slowly it's filling the valleys one after another. Ребят, у нас есть все-таки такая идея поехать на Канары. Well, we do have an idea to go to the Canary. И посмотреть, может быть, даже вблизи или издалека. Perhaps see it from a distance. Что something. Же там происходит? What is going on there? Но когда это получится у нас, мы обязательно сообщим. We'll let you know when we will succeed in that. А сейчас мы с великолепным настроением. But now we с хорошей are погодой. Great, with a great mood, a nice Идем weather. Смотреть наш вулкан. Going to check our volcano. И обязательно вам показывать. And we will show you for sure. Я вам желаю хорошего настроения. I wish you good mood. Прекрасного вечера. Beautiful evening. И будьте счастливы. And be happy. С вами ваша Нина Инекс. With you, yours Nina. До новых встреч. See you. Bye-bye.